Привет всем, сегодня у нас 10 марта 2024 года. Я проснулся, улыбнулся, значит, сейчас посмотрим, что у нас там на повесточке остается. Да, в принципе, вот новый день. Значительно раньше приехали все те, кто должен был на 4 дня позже, даже на, получается, 5-6. Не, ну на 5. Приехать. Здесь мы можем уже себе взять табель, взять кого-то. Ну, я не знаю, насколько это выгодно. Толпа птичек. Сколько там? 20 штук. С учетом того, сколько они стоят-то. Так, ну ты понятно. Коменда рулит, и я все думал, у Дейрмиф, у нее, надеюсь, есть же. Как это, ускорится. У нее есть ускорится. Это отлично. Вот. И нам сейчас надо будет все-таки этот полуостров совсем окопаться по полной, прям, я считаю. Вот, потому что все-таки отсюда они могут проплыть, как видно. И сюда. То есть, возможно, они все поплыли сейчас как раз такой длинный объезд. Может быть, нет, может быть, да. Но безопасность превыше всего. Сколько стоит? 275. 275, говоришь, да? 275. Так, ну я только проснулся, поэтому математика пока что у нас калькулирована, чтобы уж сильно мозг не напрягать. Хотя полезнее всего напрягать мозг. В принципе, выгодно. Но изумруды, ну хотя, что-то из этих изумрудов, сколько они стоят. Сейчас у нас тут начинается экономика. 75... 750, даже если вычесть, ну, вообще, типа, практически за 20, если считать, то равно, практически, то есть 700, 4800 получается, то есть 20 будет стоить 5500, 4800, ну, там, по-любому, больше, ну, короче, равное количество за ускоренный, так сказать, прайс, ну, при нашем даже вот положении рынка имеется в виду, то, что за 75 мы только можем выторговать эти драгоценные, а у нас их, в принципе, достаточно нормальное количество. Так, здание сразу же обозначим, что мы их, естественно, построили. Это у нас никакое не другое сохранение. Здесь никто никуда не проедет, даже если Енова отойдет. Или она не отойдет. Да, она отойдет. Все, мы здесь все выкопали. Просто немножко не видно под лошадьми. Не сказал бы, что прям очевидно, что там под ней какая-то яма. Вот. Поэтому. Вот, саундтрек опять же долбит. Мы можем забрать. Или надо подумать. Подожди, подумать это еще более важно, чем просто куда-то бежать, что-то делать. Так, у нас здесь, благо, в замке уже стоит Генриетта, которая на разгоне. И нам бы вот сюда, короче, всем отсюда уже и мелодии. Так, мелодия это как там, не в объезд, в объезд. Подожди, с кем вы тут тусуетесь? Клавиус-то уже давно уехал, с Ризой, конечно же. Так что Риза на разгоне. Побежала. Ну, опять же, если что, сохранение есть. Хотя это, наш, это не основная наша задача. Основная наша задача... Ну ладно, мы еще раз сохранимся. Все-таки пока есть мысль кого-то растасовать здесь, то мы попробуем это сделать. Пригодятся ли нам птички по факту? Ну, вообще бы неплохо, наверное. Хотя бы копеечка, чтобы каких-то птичек, но была. Потому что Енова просто идет в край сюда и здесь же остается. Она пока ничего не берет. Она, опять же, на разгоне. Так, что-то странно. Так, готовы ли внести плату? Конечно, готовы. Нам выгодно. И полуросликов, наверное, тоже, в принципе, можно взять. Как экзотику такую некоторую. Ну, хотя бы мы их заберем, спасем. А, 7500. Я думал, тогда нифига себе вы. Ну, хотя, смотря, опять же, сколько. Вот. Несколько полуросликов, ну, то есть несколько, это сотня, это, то есть, если всех их сложить вместе, то там получится что-то целое. На это намекают опять. Ну, сотка, не менее сотки, может, даже 150, ну, если... 100, 249, ну,
Ну, я думаю, выгодно. В любом случае, о чем? Корабль на месте, это хорошо. В принципе, так долго мы стояли Нагишом, что мы могли окапать этот остров и сделать его непроницаемым ни для кого, кроме Нагиша. То есть портал уже ограничить тоже. И наглеть уже как хочешь. То есть, вот, ну как бы нет, здесь сколько? Ну вообще здесь много дней. Раз, ну, три, не меньше, четыре. Здесь нельзя, кстати, четыре. А, еще здесь вот эти, соточку. А, ну здесь, да, здесь тоже не окопаться. Ну, короче, один берег можно окопать тоже Нагишом. Ну, вот. Ну, что, тратим? А, нам нечего тратить. Или что случилось? А, мы купили уже. А, за пятеро мы купили. А следующее за 7500, да? Понятно. Так, я даже не заметил, как нам продали эту статуэтку-то быстро. Ну вот и выбирай, либо то, но я думаю, мы и то другое должны будем забрать. Ну не будем бегать туда-сюда, опять же. Так, мелодия бежит тудым. Дальше у нас кто-то из героев. Все, что ли? Так, Коменда. Ты у нас на минимальном разгоне был. К сожалению, ничего тебе тут не хватило по войскам. Клавиус, куда же ты можешь пойти? Надо думать, потому что у нас еще есть подземелье, и насчет того, что мы вот окапывались так долго, и можно было бы куда-то повезти других героев, нет. В принципе, некуда. Кстати, насчет кольца. Жизни. Ну, один здоровье. Ну, смотря как он будет действовать, опять же. Мы никуда не доходим, нигде не разгоняемся. Ну... А это кольцо нам ничего не даст, потому что он убежит. Потому что мы видели, что он умеет бегать. Единственное, что я бы поменял местами еще вот так. И может быть даже, кстати, расставился по пиктёре. Вот. А здесь поменял бы местами. Хотя мы первые ходим. Я думаю, как-то так. И инженеров можно будет, если что, даже прикрыть. Но в такой расстановке. То есть даже не прикрывать снайперов, а прикрывать инженеров, потому что они поднимут. Снайперы, конечно, прекрасная вещь. Но они на 5% мощнее будут давать атаки. Так, пока что так, пока что так. Надо на Фредриха. Вчера тоже вовремя заметил, поэтому пришлось резко выйти. Что запись у нас уже там. Но удача чисто сохранилась. Ну, в смысле, аудио моя. Моя вот озвучка. Так, все ли мы пошли? Так, здесь мы думаем. Только что-то почему-то не думается вообще ни разу. Ну, вы растете, я надеюсь. Что-то как-то незаметно, конечно. Но я надеюсь, они растут. А, да, Клавиус, кстати. Я думаю, и здесь мы должны окопаться. То есть ограничить им возможность, ну уж по максимуму. Оставить можно узкий проезд здесь где-нибудь, потому что им дальше всего ехать. А Клавиус, ну конечно, ему долго бежать сюда. Но здесь есть лодка. И Клавиус может стать тоже комендой вполне. Вот, что-то такая мысль у меня была. Пришла в голову, когда я проснулся. И пусть они пользуются максимально подземельем. Вот, там мы их можем отлавливать. Хотя через подземелье они проходят только в одном месте. Это через портал получается. То есть портал, который здесь у нас, вот он прямо здесь находится. То есть через воду и через портал. Единственное подземелье, которое они... Ой, на шахту показывают. Единственное подземелье, которое они могут воспользовать, это здесь. Либо пойти сюда. Но через монолит. Здесь они ниоткуда не могут пойти, как я понимаю. Ну, типа здесь, но без продолжения. Сюжета. Здесь тоже ниоткуда им не вылезти, здесь тоже. Поэтому единственный их выход — это монолит. Здесь они тоже, ну, только если через... Ну, да, но, опять же, длиннющий для них будет проход. Вот, здесь много всего закрыто для них. Вот, если он долбится, стоит.
но ему никто не открывает. Ну и вот Ренгли, даже Ренгли. Это ее полное имя. Вот, почему-то поменялась первая буква. Так-то Лина, конечно. Так, надо подумать, чисто головой, без бегания по карте глазами. Я ее, в принципе, уже запомнил. Так, Манфред, Манфран не приходит. Ну и дальше будем уже смотреть, кто. Хотя со всеми ними мы уже общались и отправляли уже куда подальше, но под другими именами. Предположим, они там все похожи. Как бы есть такая вещь, конечно же, что от местности тоже зависит, как люди похожи. Вот. И может даже показаться, что это один и тот же человек. Пробивочка нужна нам, пробивочка. Ну, придется рисковать, чтобы нам потом не влетело. Здесь мы все купили, в принципе. Как раз 100 гнолов для мелодии. Хотя можно мелодию отправить уже со 100 гнолами. Нет, ну сначала надо выбить для уверенности. Так, ну здесь 0. Понятно. Даже завтра нам ничего не дает. Снайперов брать... Я думал снайперов взять, но... Мне кажется, у них не хватит здоровья даже со всеми упреждающими. 51, они не выбивают столько. Напрямки они не стреляют, несмотря на то, что у нас в Генриетте экспертная стрельба. Да и атака, в принципе, хороша. Ну, чем, как говорится, не шутят. Можно птичек было бы взять, но это да. Минус в забывчивости, конечно. Но если мы сейчас этого не сделаем, есть большая вероятность, что они приплывут именно к нам. Сюда. Причем без особо сильных затруднений. А, ну нет, подожди, затруднения номер раз. Мы знаем, что они жмоты, но они уже на пути. Так что решайся. Во-первых, надо посмотреть, как это будет выглядеть. Матоны, которых не починить. Ну, может, птичек взять, потому что у нас их много. Ходим мы первые, то есть на разгон мы возьмем, тебе оставим одну. Ходим мы первые. Ну, давай будем... Так, вы нифига не быстрые. Возьмем вас для массы. Может, птичек тогда разделить. 34. Ну, я думаю, надо. Полуросликов, предположим, оставим. Возьмем всю, так сказать, вот эту изгородь. Живую. Ну, предположим, ты, конечно, не доезжаешь, но мы уже сделаем сохранение, чтобы... Чтобы. Хотя ты доезжаешь вполне, отсюда можно разогнать себя. Лучше уж с разгона действовать. Хотя здесь уже все занято. Риза. У нас есть Риза. Может отсюда кого забрать? А давай заберем кого-нибудь, поменяем местами. Например, эльфов возьмем вместо вот этих. У них скорость такая же, но они хотя бы будут приманивать на себя внимание, я считаю. Ну, разгона нету. Да, там никого никак. Хотя Риза, но недалеко. Через Ризу можно было это сделать. Типа разогнаться. Да, Риза не разгонится. Хотя какая разница, тебе Риза разгонится или нет. Ладно, у нас основной сейчас вот квест, так назовем его. Так, солнышко сегодня, ничего себе, здорово, приятно. Туда можно на время, наверное, включить свет, поэкономить. О.
Надеюсь, этого света нам будет достаточно, чтобы не сломать глаза. Конечно, я периодически вижу, что много кто сидит за компом вообще в полной темноте, но это вообще, конечно, жесть. Вот. Ну, у кого, конечно. Каков организм. Так, ну ладно, сохранились, поехали. У меня есть план на первые... Ой, а что так встали, Таля? Ну ладно, у меня есть план на первые два хода. Но они эффективные. Вот, начнем с эффективного, так сказать. Что-то опять все орет. Странно, у меня, ну, видимо, хорошо отдыхаю, и слух быстро восстанавливается, становится более резким. Поэтому кажется, что громко. Значит, первый ход сюда. Мы, то есть, ослабляем. Вот. И они меньше атаки. А, да, вот этого я боялся. Да. Что яд будет. Ну, в принципе, двоечку только снесли. Далее мы можем поэкономить ходов. Не, ну как-то они жестко, конечно, вынесли. Даже не знаю, но того вроде как и не стоит в таких количествах. Ну ладно, предположим. Змеев у нас много на карте. Сюда можно было, да, меньше змеек брать. Ну не суть. А, и ответочку дала, опять ослабила. Хорош. А, 15 защиты. Ну это я все вот, с этим... У которого десяточка была здоровья. Так, надо попить. Интересно, здесь будет вистан? Мой любимый самый вистан. Он самый основной по ящеркам. Так, что дальше делать? Ну, это типа объективно не долетает, поэтому можно подождать. Потому что мы не долетаем. И морали у нас никакой. Поэтому мы как бы вот совсем уж их отдали, получается, первым же ходом. Так, ладно, жди. Да, получается именно так. Тоже жду. Ну, давай закрываться. Кого-то допчиним. То есть, закроем инженеров, предположим. Что там урон был? Какой урон? Подожди, наверх. Еще два... Чего? Я никого не стрелял. А где? Духи океана. А где последняя информация? А! Ждут медлят. Подожди, а что кто ждет медлят? При чем здесь это? Инженеры. Так, ладно. Ну что, я думаю, надо по вивернам тогда долбануть. Как по самой... основной здесь массе. Нанес он урона. Сколько у нас было? По-моему, вообще ключинкам-то он никакого урона не нанес, поэтому и не это. И не засчитали. Ну, под прямую стрелу лучше всего, конечно, сюда. Это 4, но не суть. Так, нет, вы спасибо не нужны. Заманчиво, конечно, с вивернами. Ну, давай. Отравим. Хотя бы отравим. И куатли могут в этом ходу, в принципе, поскольку они ходят, опять же, вторые, по факту, они могут воспользоваться бессмертием. Но атаковать при этом. Я думаю, тогда будет логичнее атаковать вот этих. Не знаю, почему логичнее. Во-первых, у этих урон меньше, значительно. Но в совокупности скорость, естественно, выше. Летает. Кровожадность. Вот кровожадность может сработать, поэтому вот это плохо. И мы не первые в этот раз ходим, то есть мы огребаем. Тогда, ну, воспользуемся... или не воспользуемся. Но мы в любом случае огребаем. Так что чем мы будем?
Единственное, что провожатый сможет сработать, а эти ходят вторые. Ну давай, ладно. Предположим. О, хороший, вот это мне нравится. Кольцо, да сколько угодно. Ну нет, ну конечно, не сколько угодно. Оп, паньки, отравись. Так, виверн, конечно, у нас тоже ходцует очень много. Сейчас наш ход, и от этого зависит многое. Но смотря на кого мы будем нападать. Можно было бы вот этих еще попробовать потравить. Так, ходим мы типа следующие. Он уже кольцо прокинул. Тогда можно сделать как? Можно... Нет, мы все равно ходим следующие. Какая нам разница? Зачем нам медлительность? Ходим максимально следующие. Мы предположим забывчивость. Хотя я так и не понял, по урону у нас будет там инфа по урону? Осиды, катли, верно. Ну что это пропущено, какая-то информация была. А, вот, ящер воина. 142. 142. Ну что такое 142 в таких боевках? Это, в принципе, немного. Ну, два виверна. Ну, не суть. Забываться ему... Хотя мы сейчас уже на ближнюю дистанцию. И ходим первые. Конечно, щиточек был бы полезнее, может быть. 30%. Ну, давай, в принципе, да. В принципе, будет полезнее. Но я не знаю, вот отравит он еще раз, чтобы совсем уж по здоровью там было плохо у них или нет. Здесь это травит уже нормально, но он в опасности. То есть он не следующий ходит ни разу. Этот уже отходил. Ну, я думаю... Думаю, безопаснее всего было бы по траву дать сюда. Туда ему ответочку пропишут. Ну давай, ладно. Нет, еще раз отрава не получилось. Блин, кровожадность твоя это. Хорошего не доводит. У тебя скорость маленькая, поэтому ты посиди там пока что. До поры до времени. Так. Я думаю, надо виверн, конечно же. Да. Вот это вот я опасался. Так, ну здесь все в порядке, но если он опять опрокинет, будет не очень. 260 и того, получается, 520 здоровья можно поднять. Ну, то есть двоих можно поднимать смело. Конечно, мы не участвуем нифига в боях при этом. Но что поделать. Надо пропускать, конечно же. Ты ловишь по-любому. Ну, в защиту уходите, вас как будто здесь нет, предположим. Блин, да ты что делаешь-то? Ну, катлей сразу вырубил. Так, ну здесь рукопашка, нормально. Да, так сказать, нормальная рукопашка. Здесь 240. Ну, они плотно стоят, ящеры. Так, далее. Он не снимал заклинаний. Но у нас никого не осталось тут, чтобы радоваться жизни. Замедлять здесь кого-либо тоже особо без понтов. Ну вот это надо запомнить. Зря я, конечно, забывчивость не опрокинул. Зря. Слишком много он долбит. Возможны варианты. Ладно. Предположим. Ходим мы первые, опять же, не знаю, отдавать, не отдавать. Он так хорошо впивается, если что, в этих. Давай не будем отдавать, давай на кого-нибудь другого направимся. Пусть он сам подлетает. Вот, даже не то, что сам. Ну, в любом случае... Нет, подождем. Пусть он что-то опрокинет для начала. Предположим. Тебе это ничего не дало, по факту. Это да, змеек он немножко подровнял. Пока атлем долбанул. Но сейчас нам что делать вот дальше? В принципе, можно опять же уйти в защиту. А можно уйти в забывчивость. Или даже в замедление. Да, мы здесь атаку снимем.
Так, чуть-чуть потерпим. Терпим. Терпим. Давай, атаку снимем тобой, чтобы прям по полной. Нифига себе! Снял атаку, называется. Ну ладно, у нас, в принципе, всех поднимаем. Так, ты медлишь. Хороший урон у тебя. Ну, два виверна, я думаю, мы можем пожертвовать. Хотя с кривой стрелы никаких двух вивернов тут не будет. Я думаю, кровожадного надо немножко подстричь. 115, говоришь, да? Ну и пора ходить. И я думаю, что... Не, дредноут это сила, дредноут это мощь. Что будем вырубать как-то по одному, что ли? Попробуем. Да ну иди ты нахер, как бы. Серьезный вообще. Мужик. Надо было сюда идти. Ну, можно переиграть, в принципе, ладно. Ну, а то мы дредноутов поднимаем всех. Не, ну вот это было, конечно, отстойно. Надо было сюда. Ладно, мы знаем уже, что делать. Запомним ходы. Ой, подожди, выйдем. В принципе, нормально. В принципе, все адекватно, объективно, очень даже хорошо. Давай. Нападай. Ага, предсказуемо. Стоите? Ну, в смысле, ну, с острова. Так, сейчас я подумаю еще по поводу. Так. Понятно, с вами все, ждем. Ждем, ждем. Так, эти подлетают. Вот давай, теперь ты сюда. А нет, ты ждешь. Ты ждешь, ты снимаешь ответку. Мы типа делаем. Вот это да, как такое получилось. Потом мы делаем вот так. Так, это предсказуемо, хотя надо было на рапетью... Нет, тогда мы попали бы под... Да ну, ты что, все время так будешь, что ли? Обидно было, конечно. Если так-то взять в расчет. Ну ладно. По одной тоже получилось. 60, но они, по идее... Нет, долетают. Так, ну вот мы, типа, плавненько минусуем. Да, ослаблять тут некого. Пока что. Ну его, да, 6. Все. Нормально, он еще затравлен. Одно здоровье у него осталось. Дальше. Дальше нам, поскольку мы первые ходим, у нас уже преимущество в ходах, можно опрокинуть блэсик. Но если мы будем атаковывать прямо. Или защиту. Или все-таки воспользоваться вариантом с... Можно ослабить, конечно, на 6. Защиту поснимать. Ну, блэсик. Не знаю даже, что лучше. Все можно использовать в данный момент. Но если мы будем атаковать, то блэс... Это можно полечить. Подожди, сколько он стал? Полное. Полное, предположим. По 3. А у вас... А, у вас... Ну, не. Лечение сейчас сильно чем не поможет в данной ситуации. Вот с этим вот кадром мне не очень понравился момент. Вот, немножко. Так, блэс или же за защиту уйти? По разбросу, в принципе. Разброс большой. По... Да, я думаю, блэс. Из-за разброса. Пускай снимает, но он это сделает уже позже. Так, вопрос теперь. В принципе. Если мы будем нападать.
Но я думаю, вот этих надо виверну уже тогда долбить. Эти, с этими уже все ясно. Ибо они много не нанесут. По факту. И мы стоим слишком кучно. Прямо это ему подарок. Вот какое-нибудь кольцо. Да ну, да ты офигевшая мразь. Неудача. Так, ну травим тогда. Нет, не получилось. Ну, блин, тогда нам надо рассортировочку делать, хотя все равно под кольцо попадаем. Давай, ладно, здесь ударим. Ну, хотя ты пока мощен. Но тебя и не трогали, пока ты мощен. Ну, давай, ладно. Легче дышать будет. Ты это идешь? Понятно, полечили. А, неудачка. Ну, хоть где-то она еще сработала, кроме как на нас. Так, теперь же. Ну, тебя, чтобы не мешался, конечно, можно. Давай, чтобы не мешался, ладно. Здесь продолжаем, кстати, рукопашить. Ну, результат так себе, конечно, с одной стороны. Но у нас много живых. И осталось позиций. Так, сюда. Новый ход. Новый ход. Но опять же, можно их замедлить и поатаковать. С нас не снимали заклинания, что прекрасно. Поэтому мы их тогда поатакуем первыми. 15, 14. Вот этих много. Я думаю, их надо ослабить все-таки. Все остальные слабенькие. И катлины туда же пробиться. Даже не куатлины, подожди, или куатлины туда пробиться. Вообще виверны тащат. Куатли все равно у нас не долетали бы. Куатли могут 50, говоришь, но они медлительные. Ну, давай, чётно, хотя здоровья мало. Так, просто рискуем больше потерять. Ну, давай, ладно. Минус, во-первых. Предположим, ты пропускаешь. Кстати, это хорошо, что тебя вообще еще ни разу не трогал никто. Это подспорье на будущее. 166. Ну, не знаю, может его оставить? Да нет, ладно, не будем его оставлять. Надо атаковать, пока у нас еще Блесс. Блесс не выветрился пока что, поэтому... И вот здесь мы удачно встали, потому что он даже своих атакует, не жалеет. Ну да, что жалеть, когда у тебя еще... А мы пожалеем своих. Так что он в ударную магию ушел очень плотно. Не знаю, есть ли нам смысл сейчас защищаться. Как-то он на щиточек триггерит. Кого можно? Здесь все уже. Всех ослабили, кого только можно. Ну, нет, тебя не ослабили. Давай-ка себя ослабим. Чтобы уж на будущее. Все равно этих мало уже осталось, к сожалению. Ну так себе, конечно, можно было и лучше, можно было что-то и опрокинуть, пока не в замедлении. Надо было щиток опрокинуть. Или лечение. Так, глянь-ка. 141, 140, 60, 20. Ну, давай полечимся, может. Зато этих отремонтируем заодно. Так, ну ты долбишь. Блин, да ты задолбал. Какая неудача. Вот они вот прям как... Как знаю, что у нас все в порядке, они давай неудачу кидать. Здесь можно без потерь. Давай, здесь долбанем. Заодно освободим наших. Здесь альтушечка. Здесь проходочка. Ну, обидная, конечно, обидная. Но мы полечились, в принципе, за счет этого мы... Смотри, кого-то досэкономить. Так, ты все равно не ходил, так что лови. А сколько мы, кстати, там вообще выбили? 5 ящиков? Не то чтобы много. Так, здесь нам, ну, мы на ускорении, никого поднять мы не можем, к сожалению. Ну, результат лучше, чем был, конечно. Но с некоторыми поправочками можно попробовать еще разочек. Мы сохраним этот результат. Он действительно лучше, чем предыдущий, наверное.
Хотя бы по вивернам, потому что виверны вообще разносят. Мини-драконы. Вот, как их уже обозвали. Превращаются они реально в драконов, то есть, как бы тоже история от обратного развивается. Так, балласик есть, а почему все остальное... А, все остальное у нас и не было. Так, у них медлительность, но не слабость. Ой, ну может быть, 170. Как бы... Уж раз такая пьянка, хотя бы чуть-чуть их поменьше, чтобы было. А, мы почти выбили. Ну да, это было сделано, в принципе, на мой взгляд, вовремя, потому что так бы, если бы было больше урон, то больше было бы... Ой, так много потеряли, на самом деле. Много-много. Можно ли лучше? Не знаю, но однако... Давай загрузимся, в принципе, сохранение есть, посмотрим, как еще можно было бы поработать. Есть некоторые мысли. Но вот, опять же, от неудачи все зависит. Или через кольцо давай рискнем. Но правда, ничего не дает. Там это... У нас, в принципе, таких случаев не бывало, чтобы... Ну, не, давай еще раз, только по-другому немножко. Нет, тут пусть подлетает, это все нормально. В принципе, а что бы его не триггернуть, пусть снимает. Хотя нет. Пусть снимает, не особо вариант. Я лучше вот этому дам забыться. Да. Лучше тому дам забыться. Попробуем через забывчивость. То есть пускай, да, это не самое вот такое супервыгодное. Но вот, да, нам повезло. А, ну зато... Нет. Ну зато карты тут такое огромное количество уже выбили. Считай, это обратное пропорциональное то, что выбивали стрелки тогда. То есть, это не самый лучший. Прям в первый же день столько теряем. Первый же ход имеется в виду, второй. Нет, первый. Ну, первый раунд. Обидно. А либо впиваться в кого-то, а потом замедлять. Просто если мы пойдем, то он по-любому не пойдет на прямки, он пойдет, естественно, на змеи. Даже на ласку. Предположим. Нет, с замедлением самое оптимальное получается. Стойте, отдыхайте. Так, мы сделаем все то же самое, что делали. Но... Музыка пропала! Да. Был, конечно, микс. Здесь мы можем вообще как бы через после подождать пойти. Вот. Или мы так и ходили через подождать. Давай подождем тобой, может что поменяется резко. Так, кстати, поменяется. Во-первых, их на 5 меньше станет. Ну давай, удачка. Будь благосклонна к нам. 6 скорость, все равно большая скорость. Все равно надо вот этого лупить. Давай, лупим. Тем более, тот отстрелялся уже. Во, ну конечно. А у него неудача. Все, хорош, это лучше, чем было. Теперь мы можем снять ответочку, во-первых. А, еще у него неудачка. Хо-хо-хо-хо-хо. Это хорошо. Мы-то поднимаем всех. Вот этот лучше уже пока что. По объективным причинам лучше. Тогда что мы делаем дальше? Травим. Этот, кстати, он здесь стоял вообще раньше. В зависимости от ходов. Тогда мы его... Да ладно, здесь мы его попытаемся травить. Нет, не травим. Плохо. Ну, возможно, ему и не надо будет травиться. 5 еще, 6. Но они все далеко, типа, зачем к ним подлетать самим, если они далеко? Лучше мы воспользуемся нашим правом на следующий ход. Ну ладно, ослабили.
Так, у нас весь ход наш вообще, по факту. То есть мы можем уйти в защиту, можем уйти в блесс. Вообще лучше бы в защиту, наверное, лучше было бы, на мой взгляд. Давай в защиту уйдем. А теперь вот важный вопрос. Этот может дважды атаковать, этих много. Но они ходят не скоро. Этих тоже достаточно много. Этот все равно снимает заклинание. Поэтому нам в любом случае надо атаковать, как я предполагаю. Так, они тогда сагрятся на этого. Но они могут сагриться на него, если мы здесь даже пойдем. Ну, то есть назад все отойдут. Мы, типа, конечно, змей их потеряем. Приличное количество. Разом причем. Но сделаем себе небольшое подспорье. 60. Вот это вот боевая такая мощь, в принципе. На 360 единиц разом. Но пока у них защита. Но у этих тоже пока защита послабее стала. Кстати, насколько? Сколько у них было? Интересно. А, ну плюс 15 прибавь. Нет, подожди, что-то много. Плюс 15. А, так это общая сумма. Да, плюс 15. Что-то, подожди, что-то у вас много как-то защиты. Да, получается. Урон большой. В два раза больше, если что. На секундочку. Ну, давай травить его. Ну, или вообще выносить. Пытаться вынести. Хотя надо кровожадность это поуменьшить, я считаю. Хотя мало. 32, 6, 10 урона. У этих больше урона. И они ответочку уже дали. Ну, давай пилить его. Пилим здесь. Так, полечились. Это нехорошо. Ай, неудача. Это еще хуже. Да ну, да пошел ты нахер. Так все было хорошо, а? Ладно. Вы хорошо попадаете под раздачу. Вот, и здесь тоже вы хорошо, может, попадаете под раздачу. Но вообще нам надо, наверное, разблокировать. Жахнем. 10 так мало, блин. Итого у нас 5 остается. Да, еще с неудачей. Ну, это ладно. Предположим, ладно, хорош. Стоите. Кого объективно здесь было бы лучше? Блин, так мало. Даст ответочку, да? А ты опять у нас не слабый нифига. Так а что слабость-то дает тогда, если у него все равно 32? А, атаку снимает. Фу ты, блин, что я считаю? 14, 29. Я защиту считал, сидел. О, это уже лучше. Так, Катли по-прежнему. Не, 6 штук. Да ты что, шутишь, что ли? Это плохо. Где я? Где я сделал что-то не так, а? Где я сделал что-то не так? Не, первые ходы очень хороши даже получились. Очень даже. Давай, давай, сам кольцом уже. Все равно у тебя маленькая какая-то. 140. Парни, стоим, отдыхаем. Ждешь, пусть подлетает. Да, вот они поменяли. На 5 меньше. Прямой. Давай сюда, ладно, предположим. Потому что у них жадность, вернее, кровожадность. И туда же, ладно, пойдем. Туда же, предположим. Это будет лучше. Вот, это будет. Даже 19 такую наносит.
атаки не так уж и много. Ну не знаю. Ладно, здесь альтушечка. Подъем. Вот. Ай, не альтушечка, нифига должна была быть. Нифига не альтушечка. Тем более такая слабая альтушечка. Ну выбирай, либо вивернов, которые ты всегда можешь купить, либо, ну ладно, виверны. Так, первый ход. Я думаю, мы даже ничего не будем делать. Никаких закрытых. После него поставим закрытые. Хотя там уже какая разница. Если мы можем пропустить ход. Нет, подожди, нет. После него мы ничего не будем делать. Лучше защитимся. Ну, это вот убивать бессмысленно. Ладно, давай оттянем их на дальнюю куда-нибудь вообще. Если они как раз, как называется. Ну все, два это уже спокойной ночи. Хотя они могут отравить, конечно. Один с катлей, в принципе, могут уйти в несознанку. Ага, ну ладно, нормально. Это плохо. Очень плохо. Ну ладно. Ну, здесь тебе можно отойти. Пошел нахер отсюда. Так, 19. Бить или не бить? В общем, вопрос. 176 здоровья. Ну, вообще бить. Здорово. Офигеть. У них, конечно, мускулы в этом плане. Так, ну чё, двигаем куда-то или чё? Или двигаем наверх и там уже, типа, новую стратегию вырабатываем? 28 вот этих вивер. Жди. А, уже. Да что ж ты будешь делать-то с тобой? С твоей неудачей. Вот один артефакт только все это вот дело загубил, так сказать. Положим. Там толстожопые все. Ну давай, по чуть-чуть будем их вытаскивать оттуда. Ждем. Так, ну ждем. Какая разница? Ждем. Лови. Так, итого плохо. Ну ты застрелял, поэтому ловишь. 54. С твоим-то здоровьем можно себе позволить, в принципе. 10? Да ну. Ну что-то какая-то вообще ерунда. Ну ладно, зато вы походили. Зато вы дали ответочку. Новый день, новый ход. Ну, ждите, предположим. Что вы все скоростные остались. Достаточно. У кого тут не хватает слабости? 29, 27, ну сюда нам. Вот и все. Эх, по чуть-чуть прям вообще. Да, вот раз девчонок, ой, девчонок в этот раз очень трогают. Не, это плохой результат. Все результаты плохие. Не знаю, как бы здесь я поступил иначе. Давай не будем уже морочиться. Короче, забьем. Я думаю, нам... Это лучший результат в плане. Да, стрелков, конечно, вынесли, но это пополняем. Но зато у нас девчонки все целы. Какая-то часть дредноута в целом. Объективно все виверны. Стрелки наживное. Даже вот если посмотреть на самое первое, да, сравнить, сколько было. Все виверны, все дредноуты. Все девчонки. Вот. И стрелков осталось какое-то количество. Ну, я думаю, нормально. Не знаю. Восполнимо. Вот как бы я так сказал.
как-то лучше. Так, разогнаться мы не можем. Хотя надо. Седьмой день. Вот тебе и неделя, кстати. Это пополнение. У нас денег все равно нет. Вот, как бы, что ты будешь делать, как говорится, без денег? У нас 4400 всего лишь доход. Ну, ресурсы есть, куда что попродавать. Не знаю вообще, что дальше делать. Безденежье, конечно. Печально это все. Давай, собирай и проваливай отсюда. 5 деревяшек мы не сильно не похудеем. Вот. Вот и наступило то самое время. Ну, это ладно, завтра. 5000. Ну, нам больше ничего не надо строить. Какое-то количество ресурсов еще у нас валяется. Так, Коменда, ты где там бегаешь? Далеко, понятное дело, что далеко. Надо было увольнять кого-то, чтобы вот на разгон брать. Ну ладно, тут он уже пошагово будет действовать, поэтому куда дойдет, там и встанет, в принципе. Не, ну здесь надо по-любому тоже сейчас вот через какие-то Генриетта как раз сохранения. Так, подумаем здесь, что мы делаем. Кольцо... А, после вот этого. Забираем. На привале вы замечаете рысь, которая пытается добраться до гнезда ворона на дереве. Вы решаете прогнать хищника и забираетесь на дерево. Рысь бросается на утек, а в гнезде рядом с птенцами вы находите несколько блестящих камешков и испачканное пометом кольцо. Нормально. Да не, хорошо все равно, в любом случае. Как ни крути, вообще нам мелодию надо отправить вниз уже, пока здесь безопасно. Если что, так на секундочку. Пока безопасно, мы тебе даем в распоряжение, ну, предположим, 69 гнолов, чтобы уж наверняка. Давай всех тебе гнолов отдадим. Тебе же кто-то должен остаться. 228, опасные гнолы. Игрок. Больше всех обелисков. У нас уже есть шанс. Тогда получается. А, ну ты на разгоне. Риза. Подождешь? Так, ну здесь надо что-то делать, короче. Что мы делаем? Сколько у тебя армии? Ты вообще даже не посмотрел. Ну, все равно неприятно. Мы здесь не можем таким... Опять саундтрек долбит по полной. Так, давай сохранимся, поскольку мы там сделали какое-то количество ходов. Все, надо было с нее начинать, чтобы по 100 раз не сохраниться. Ой, как это подросло, 51 было. Да, разгон есть, остального ничего нет. Со скелетами сюда тоже не придешь, их всех раскидают. Да и тем более скелеты все очень далеко. Чисто полистал книжечку по кайфу. Угу. Можно ускориться и в бой. Как бы они себя проявили хорошо. Жди. А, ты не долетаешь. Вот это плохо. Ну тогда тебе надо менять местами. Хотя бы, чтобы уж если даже с такими потерями, какие здесь очень будут. Тогда поменяем местами. Те доплывут, добегут как-то. Доедут. И опять же, смотря в кого они будут воевать. Вот, и Генриетта первым же делом может окопаться. Ну, если она выиграет, конечно. Так, ну-ка. 12, нормально. О, вот это другой разговор. Так, черви. Подождать. Ну, тоже подождать, чтобы уж не сегодня нас выпинали. Ну, кстати, не такой большой урон, ладно, предположим. Ну, как небольшой? В совокупности вот мы и потеряли 7 тысяч только что. Ну, то есть 5. Ну, вообще нет, 7 получается. Так, ну-ка, наши стрелки. Так, подходим. Может, а, кстати, надо было... Подожди. Не, ну у нас здесь боевой дух наоборот, он, да, 5 фракций. Ой, нафига я с собой набрал-то столько народу?
Что-то я вот об этом вообще не подумал. У меня один вопрос, да? Чем? Я просто забыл про боевой дух вообще напрочь. Я хотел массово уплотниться. Да где там ты, Риза? Хотел массово уплотниться, и вот что из этого вышло. Так, не пойдет. Ну вот нужна ли нам первая скорость? То так у нас опять же боевой дух. Ну у нас так первая скорость. Это мы на ускорение. Мы и так первые хром, у нас черви. И две фракции тогда получается. Которые, возможно, затащат на... Ну да, должны затащить на скоростях. Ну и еще, как бы, если удачка и... Ну, удача же не зависит, типа, сколько фракций. Просто экспертная удача. Поэтому мы можем... Да нет, червей мы не будем ускорять, мы, конечно, ускорим этих товарищей. А, так надо было червями попробовать перетянуть. Вот. То же самое сделать червями. Ну ладно, пока нормально. Мы можем вот сюда встать, и все, и нормально все. Надо было вот этих выбивать. Ну не, этих лучше выбивать. Посмотрим, может опять удачка, нет? Ну и того. Попробуем через червей пройти. Я имею в виду. 70. Вот. Это хорошо, но. Ну да, давай сюда. Так, а. Можно было подожрать, кстати, пиратов. Почему я не подожрал пиратов? Так, в этот раз без удачки вышло. Так, червей потеряли, да? Сейчас попробуем через червей начать. Тех ускорим по-любому, а через червей начнем. Хотя мне понравилось уже, да, вот это вот. Ну, я просто дальше немножко неправильно пошел. Надо было тоже ускорение дать. Собственно, все. Ну, давай проверим. Нет, не дали. Не дали нам такой возможности. Вот, хорошо. А удачка-то будет, интересно? Удачка не сработала, но все равно как-то три хода у нас получается, и нормально. Так, сюда. Ой, да и у них тоже нормально все с этим. Ой-ой-ой, червей-то сколько по порции. Всех просто вынесли червей. Нет, червей я вам не дам. Червей я вам не дам. Но я попробовал просто через червей. Хотя они тогда всех червей перебили. Ладно, забей. Нормально все. По факту все очень даже замечательно. Ну, пока ждешь. Вот. И вот так, да, отлично. Ну, все равно придется, конечно, в жертву вставить. Вот так сделаем. Давай другое место. Нет, не повезло, ладно. Понял. Сколько там осталось? 11. Уже лучше. Давай сюда, может где-то здесь тебе повезет. Нет. Где-то здесь тебе не повезло. Ну, можно щиточек прокинуть. В принципе. Щиточек и через длинную пойти. А у нас нету самих радостей? Нет, конечно, откуда. Забывчивость здесь ничего не затащит. Ну, щиточек. Все равно тут в основном рукопашка. Ну-ка. Может быть, получится, нет? Нет, не получилось. Жаль. Ну, может, нет? Нет. Вот, хорош. И они по этим долбят. Угу. Так, что мы там? Блэсик можем накинуть? Нет. Ну, блэсик только на одного можем накинуть. Или ж на всех защиту. Ну, я думаю, блэсик надо накинуть на червей и не париться уже.
слова совсем. Ты ждешь. Ты дважды как раз это все выносишь. Во, да, хорош. Вот так вот, да. 35, да, много, но что поделать. Так, нам буквально надо две клеточки тут окопаться. Три. Три клеточки. Так что раз. Так. Ну, это на будущее нам все... А, нет, подожди, какое будущее, когда нам надо... 11, говоришь? Ну, ладно, Катлих, разгонимся. Далее, Риза. Дитя Каприза. Сюдым куда-нибудь, ну, как-нибудь там, вы там сгруппируйтесь, сформируйтесь. Ты Коменда, ты у нас тоже на ускорении, Нагаш. С тобой все ясно, там у тебя денег нет, но ты держись. Вот, ну в принципе все на. Все на. Ага, ага. Здесь они могут время потратить на причал. Ну да, Коменда, и... а ты ждешь просто, когда деньги будут. Хотя ты можешь за деньгами сгонять, ну ладно, мы с тебя начнем, надеюсь, в следующий ход. Все вроде, да? Вот и 2-4-2 у нас альтернативная теперь. Ну, он уплывает. До свидания. Ну, все, и чё? Ну. Да, и чё? Ну, вот ты выплыл, андал, да? Ой, то есть Манфред Манфран. Ну и толку? Ну, ты опять сейчас посмотришь здесь, что происходит, и уплывешь? Хм. Дело твое, конечно. А, не, у нас альтернативная. Альтернативная 2-4-2. Да, так уже много мы сохранял. Вот. Война на 2. Второе прохождение у нас. Ну, давай то же самое сделай. И ты, не знаю, зачем ты этим занимаешься. Мы забираем, как я и обещал, птичек. Червей, ой, ящеров тоже забираем. Ну, сюда же он никуда не запаркуется, так ведь? Мы же проверяли. Ну, а если запаркуется, у нас есть уже сохранение. Да, здесь посещено, это понятно. Так, можешь ускориться, кстати. Нет, не можешь. Чуть-чуть не добегаешь. Ну и ладно. Все равно ты на ускорение у нас достаточно бодро тогда идешь. Хотя, ну ладно, не лишним будет. Даже 4. Хотя, ну просто идешь туда. Какая разница. Риза. Еле-еле. Коменда. Так. Ну ты куда доходишь, там и копаешь, короче. Да. А здесь можем оставить как бы вот это место для паркинга. То есть, хотя подожди, Коменда проще сделать сюда. Вот здесь будет пустая точка, мы просто сюда его вставим и все. Ну, будет проще. Хотя и здесь можно окопать и пустую точку вот здесь оставить. Ну, я думаю, вот здесь оставим, здесь как-то покрасивее будет, здесь все отроем. Весь пляж. Мелодия разогналась. Гнолов бери, и это пусть у тебя тоже будет на разгон. Подарочек, так сказать, подгончик легкий. Никаких героев больше нам не приходит. А, ну мы же смотрели, я просто думал, типа, что там обновилось, нет. Мелодия у нас на старте. Бежит пока безопасно, естественно. Так, Коменда. Мы разогнались. Причем-таки неплохо. Ну, нормально, даже 28 стрелков. Так, сюда я зайду посмотреть, потому что я не помню. Вот чё-чё, да. Так получается, что не все я запоминаю. Мне надо напомнить. На часах ворот стоят два воина в древних доспехах. Они почти такие же огромные и дряхлые, как Тламак. А глаза их горят фанатичным светом. Великий шаман ждет тебя, скорее же. Мы жаждем увидеть бога. Давай, пройдем, ладно. А что здесь-то надо? А, подзорную трубу. Все, я понял. Так, 24 это кто-то соберет. Здесь мы что можем, что мы не можем? Можем... Не можем. Герзана надо победить, и там тоже мы ничего не можем. Герзан очень дерзкий, поэтому я не рискнул бы. Я бы вообще пошел по другим делам. Я бы даже замок бы захватить мог сейчас. У меня есть некоторая... стратегическая, так сказать, мысля.
Ну, здесь много порталов, так вообще не знаю, что делать. Ну, главное, что мы вроде бы вот пока что себе легкую оттяжечку смогли сделать. Толпу, наверное, выносить по факту надо было бы, но нет. Наверное, не надо было бы. Здесь мы на разгон можем, кстати, встать очень хорошо, приятно. Ну и давай тогда уходим отсюда, в принципе. Ловить здесь нечего, 24 существ. Ну, я думаю, надо вернуться. Там у нас еще будут дела сверху. Здесь можно наживиться. Вот здесь, например, я думаю, надо вынести. Чуть-чуть мы вернемся назад. Или я не знаю, что делать вообще на самом деле. Но здесь мы копаем однозначно, чтобы никто нас не трогал. Опять денег нет. Держись, Нагаш. Когда-нибудь они будут обязательно. Все. Пока что. Ну, пусть плавают. Куда хотят, пусть плывут. Во, молодец. Зачем-то на остров. Да ну нет, ты что шутишь? Как? Они обманули меня. Они меня обманули. Смогли обмануть все-таки. А, ну да, здесь же коменда стояла, точно. Здесь же мы по факту типа... Ну вот зато хорошо разогнались. Молодцы мы то, что разогнались. Вот. Значит, тогда что мы? Одну дырку делаем, оставляем. Окапываемся. Я что, не окопался, получается, да? Угу. Ну вот все, закрылись. В принципе, сейчас закопаемся. И пошел он отсюда лесом. Вот и так бывает, да. Угу. Ну здесь мы уже все знаем, что надо, поэтому... Опять же, да, идем обратно. Нам даже разгоняться. Надо, не надо. Ну, давай дойдем, посмотрим, как это выглядит. Да, в принципе, давай разгонимся, как говорится. Нагаш стоит. Ты забираешь все, что можно забрать. Да, можно было Нагаша от этого всего из... Как бы, чтобы он уж пошел куда-то. Ну ладно. Нам надо здесь разобраться, а то кто его знает, что оно тут будет. И, может быть, уже никому никуда не надо будет ходить. Копаешь. Все, все герои прошлись. Да. Да, да, да. Давай, посмотрим. Ты уплывай, давай, до свидания. Все, правильно сделал. Ты тоже уплывай, потому что тебе здесь без вариантов. Ну, хотя кто его знает, может, у него какая-нибудь есть там сапоги левитации. Ну. Риза, давай мелодию, короче, копай. Все, чтобы уже нам не думать об этом месте. Тоже копай. Копай. А, так, ты тоже копаешь. Помогаешь. Как ни странно бы это не выглядело. Хотя по факту, зачем тебе копать? Ты можешь уже куда-нибудь пойти. У нас мощная, у тебя маны много. Кстати, мы можем забрать золото, потому что здесь никто не может выпилиться, так сказать. 2000 можно поменять на 1000. Ну, нам так не надо-то, в принципе. Сотку вампиров мы, конечно же, не гасим. Риза пустая, в принципе. Так, 16 змеев. Денег нету. С этими надо что-то думать. Ну, думать нечего, опять же. Так, что же делать? Что же делать? Теперь я вот в некотором, так сказать, замешательстве по поводу. И без. Хотя Риза может быть коменды на этой стороне. Ну или проще окопаться и забыть уже про этот берег навсегда. Потому что он нам никакой погоды не делает. Вот, даже тот же Нагаш, если сядет сюда, хотя делает. Ну, хотя нет, но он на лодке, он может подплыть, у него как раз через коменду можно все передать, и он дальше поплывет. Хотя ему надо бы поплыть уже, потому что здесь сундучки есть всякие лакомые, на мой взгляд. Давай-ка ты там это купишь. А, 7500, точно, уже не 5, уже 7500. Уже дороже. Здесь можем двинуться вниз.
принципе, пополнить свои запасы. А, мы не первые бьем. Так, ну давай посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Батле. Давай через низ пройдем. Вообще посмотрим, дадим разведку, что там вообще внизу. Да, здесь у нас есть как раз единственное, так сказать, здание. Здесь надо посмотреть, что хотят. Здесь тоже, в принципе, можно было что-то пособирать. Вот, здесь тоже можно что-то пособирать. Не знаю, сейчас вот дальше я не знаю, что делать. Вот реально. То есть дальше уже у нас такая некоторая спонтанность и импровизация. Первый ходим, естественно. Потому что мы напали, и вообще у нас как бы есть некоторые приоритеты. Ну, сначала мы, конечно, всю магию истратим. Ну, чтобы уж... Надо было вот этих всех собрать. В кучку. Надеюсь, они сюда полетят. Ничего себе у вас даже при этом скорость. Нехилая какая. Ну да ладно. Ты можешь назад сюда, в тылы, так сказать, уйти. Ой, ой, что-то я, по-моему, это сделал. Немножко не так, надо по расстановочке, короче, намутить здесь расстановочку. Я считаю. Поднамутить расстановочку, я имею в виду. Оставимся так, так, так. Катли пусть так и стоят. Ну, этот на дальний. Хотя, в принципе, он может вписаться. Эти все, опять же, по факту толстожопые. Надо смотреть, кстати. Может, сейчас новую систему опрокинем. По расстановке. Так, первый поинт, что они в любом случае тормозят. Вот. В принципе, можем встать сюда. Как бы спрятаться. Предположим. Катли закрывают сверху. Девчонки встают. Ой, рано сделал. Ну ладно, у нас еще будет целый ход, чтобы так сделать. Вот, лучники типа уходят сюда. Хотя им не надо было уходить. Это же толстожопый, я что-то сказал. Ладно, не суть. Защищаемся. А, этих не закрыли, точно. Вот что я хотел. Блин, не то сделал. Не то, не то, не то, не то. Сейчас, сейчас все сделаем. Немножко не так. Так, да, забыл. Замедление на первом. Раз. Пока жди, ладно, предположим. Сюда. Жди. Идешь. Ну, как бы заходишь просто. Здесь. А, надо было сюда. Блин. Надо было их там и оставлять. А, нет, мы закрываемся. Нормально, мы закрываемся. Все хорошо, все хорошо. Все, мы закрылись, нормально. Ну, можно было и по-другому, конечно, сделать. Ну, не суть, не суть. Защищаемся, во-первых. Жди. Воспользуйся своим правом на бессмертие. Жди. Здесь он влетает посильнее. Здесь мы на альтушечках пробиваем их. Опять же двоих. Хорош, красавчик. Сколько у вас там по здоровью? Нормально. Живы-здоровы, в принципе. Там можно пропустить на сегодня. А, так мы можем вынести уже всех. Ну-ка, четверочку нафиг отсюда. И все, да. Ну вот, еще. Как вариант, так можем делать, да. Мне понравилось, во всяком случае. Так, вообще надо возвращаться к позиции под названием «Надо думать, прежде чем делать». Так,
Вот, я вот как раз и неправильно сделал сразу же. Когда мы по факту можем вот так сделать, что будет гораздо эффективнее. Вот, кто загрузить. Вертран 3. Можно ресурсов пособирать, пока мы здесь, а можно на них забить, и кто-нибудь, например, мелодия сюда еще разочек прибежит. А, у вас даже так, причем здесь копится. Копится? Те василиски, которые нам, которых нам не дают обычно. Вот здесь вот будет небезопасно, потому что кроме первого уровня ничего нельзя сделать. Ну, как бы Мартона, Марлета мы возьмем. Ну, здесь ты по пути уж, ладно. Что делать? Как дальше быть? Вот с тобой что мы делаем? Либо ты тоже куда-то бежишь там. Ну, хотя куда бежать? Вот вопрос, опять же, куда бежать с подводной лодки? Всю армию мы опять не собираем, опять у нас денег нету. Ну, наверное, тебе надо, да, быть где-то подальше уже, в принципе. Нет, скинуть мы все тебе не будем скидывать. Но, ну, все-таки возьмем змейку. Ноги, как бы нам ноги вот передать. Мы так и не посмотрели. Серьезно. Ладно. Надо брать. Как бы что, раз уж пришел, бери. Нагаш, стой. Ну, что поделать. Как бы, да, за это время он мог окопаться здесь вообще. Но, ладно. На него никто не хочет нападать. И хорошо, положим. Ты чисто... Ну, только не улетай. Хабар принести. Ладно. Риза копаешь. У тебя безопасно пока что. Все. 7 драгоценных проход. Это мы все знаем. Так, ты коменда. Все, окей. Смотрим, что вообще не буду делать по факту. Может, как-то по-другому придется нам действовать. Потом по жизни. Но пока они тупят. Шлангуют и все остальное. Риза. Ой, извиняюсь, дважды нажали. Копаешь. Прям без... Ну, не знаю, либо коменда ты здесь. Хотя ты пригодишься еще на всякие под эти... Давай забудем про это место вообще. Окопаемся и забудем про это место, как... Вот, наконец-то. А что там еще? Ну, несколько полуросликов. Что там еще ты за 10-то предлагаешь? Любой лот, всего 10 тысяч монет и 15 драгоценных камней. Как оплатить, я выдам купчую жетон. Что за любой лот? В смысле? Ну, здесь текст тот же самый. Ну, Солендер. А, то есть ты мне типа уже здесь сам выдашь, да? То есть без вот этих. Понял. Ну, дороговато, конечно. Ставки у вас, конечно, повышаются. Так, нехило. Здесь можно улучшить. Интересно, а катлить. А, вот кого еще можно. Но только если пробьешь, да? Пробьешь, заберешь. Можно катли. А катли можно улучшить сразу здесь и выиграть миссию? Вот, а что у нас, да, у нас тут еще как бы работорговля такая приличная. То есть сюда по факту бы лодочку, кого-то боевого бы сюда прислать, чтобы он... Хотя зачем? Мы же можем объехать. Все правильно понимаю. Давай рискнем объехать это все дело. Можем же объехать, да? С нашей стороны. Ну, по идее, да. Да. Ну, давай проверять. Сейчас на нейтралочку где-нибудь запишемся. Главное, опять же, не забывай, где ты записываешься. Предположим, нейтралочка. Ну, две нам хватит. То есть у нас есть выбор. Вообще получше гораздо выбор есть. За ту же цену, да, как я понимаю? Ну, логично же. Просто надо объехать. Вот. Да,
ты уже все сделал. Как получается, этот стоит, пугает своим видом только исключительно. Так, сюдым. Заодно там и руды можно будет взять. Ты что, копал уже, да? Молодец. Давай дальше копай. Здесь ты у нас просто можешь скинуть все. Так, ну это долго и как-то, ну ладно, долго-недолго, нормально. Генриетта заберет. 16, ага, хрен он что заберет. Так, что у тебя есть иного по жизни? Да, особо ничего, хотя нет, змеек 17 штук. Куда утащил их? Так, надо быть ближе к Вайнона. Вопрос по Вайноне открытый. Жалко, что это никому не принадлежало. Но у нас и денег нет. Что тут жалеть без денег? Какие-то ресы берем. Вообще бы замок по факту надо было в другой, да? Латы. Неплохие латы, но толпа чудищ. Не внушают. Причем эти, да, они бегают хорошо. Если, ну, орда тоже она как-то не внушает. Надо пробовать. Если что, валим на Сэм. Ну да, такое себе здесь. Надо было этих объединять. Хотя нет, они закроют сейчас. А, мы сейчас закроемся, ладно. Так, ребят, во-первых, забудьтесь. Да, молодцы. Ну так же сделаем, короче, эту глухую оборону. Да, ждешь пока что. Ждешь. Единственное, кто-то может подойти. Ой, не туда встал, ой, не туда встал. Они тем более не толстожопые. Нам надо, чтобы он поближе сюда встал. Так, ты пропускаешь, пусть они типа чапают. Посмотрим, как они по урону будут что-либо наносить. Так. Новый ход, говорите, да? Тормозите, ребят, мне надо расставиться. Я совершил небольшую ушибочку. Вот. Теперь можно. Ай, не дотягивается. Ладно, ждем. Напрямки, хорош. Ай, Катли забыл. Катли забыл сделать бессмертными. То, что бы, так обы. О, хорош, троих. Вообще гениально. Так, попускаешь. Можешь вылететь, кстати, на время. Выход все равно первый. Давай, выносишь. 1000 урона, да ты мог и 11 вынести, получается. Так, вы бессмертные. 1000 урона-то. Хо-хо-хо, давай, полетим. Ладно, вернись. А, да? Все. То есть это... А, это был тот ход. Надо было в этом ход делать. Фу, блин, ладно. Уже не суть. Уже как бы и не суть. Пусть так. А ты подождешь. Ну, они наносят урона-то не особо много. 39. А, да. Позарился, называется, да? На Катли. О, еще один позарился. Ха, много вам это дало, по факту. Так, десяточка. Четверочка. По здоровью все в порядке, да? Да, можно было, типа, получается, и не лечить. Давай семерочку посадим. Раз уж так. Ты можешь сразу десяточку вынести. Новый ход, ну и все, да, можно было, кстати, и без маны. Ну, у нас колодец, будем иметь в виду на будущее. Так, и плюс две защиты мы получаем по факту. То есть за уровень и за... А здесь вкатит это? Не, ну они мощные, толпа чудищ.
У них урон ого-го. Не, я туда не полез бы. И мы туда и не полезем. Соточка, ну надо глоточек сделать. Вот если бы мы не тратили, мы ходов не тратили тогда. Или так затащим. Нам, в принципе, одна медлительность нужна будет, и все. Давай сотню. По той же схеме. Хотя, ну посмотрим уже, сколько останется по факту. Так, коменда. Все, мы походили. Такой вот денечек сумбурный получился. Ну да, вот, пожалуйста. Вот они, как я и говорил, однажды они выйдут. И однажды наступило очень быстро, как ни странно. Пускай не 2-4-2, но очень-очень быстро. Начнем. А, нам вообще все высосут, конечно. Ну, пусть высасывают вам, на суть. К этому времени уже встанем. Даже что-нибудь себе, ну, наложим, чтобы уж совсем они ману всю не высосали к тому времени. Так. Помечтайте, конечно. Так, от начала нового хода, как я понимаю, нового раунда. Че он? 28. Ну, терпимо. Ждем. Ждем. Пусть подлетают. Все равно высосут, поэтому. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Они же не толсто жопы. Пропустил. Дырочка образовалась. Небольшая. Обидная. Ну ладно. Собственно, будем делать лучше. Тогда. Сразу запрокинем. Щиточек, ждешь. Ну, виверны они, наверное, не смогут форсить так же плотно. Блин, щиточек. Вот, начало нового хода. В принципе, на лечение, если что-то там потратить. Жди. Жди. Все ждут, короче. Ну, а 44 урон. Тем более, они уже пропустили свою возможность наносить плотнее урон. Ага, ну ты как знал, да? Ну вот минус при единичках стоять так. Но они летают. Если бы они не летали, то было бы все в порядке. Так, так. Да подожди, вернее. Не пропусти, а подожди. Чтобы меньше урона было. Следующий. А, нет, все-таки не следующий. Слушай, здоровье. Ну, ты 1000 урона наносишь. Что с тобой тут стоять? Как бы. Да. Да. Ну, все. Вот так вот. В принципе, 18 у нас осталось маны. Хорошо. Вполне себе, да? Знамя Великой Битвы на проклятой земле. Денег сколько? Ух ты. Сколько? Ну, сколько не сколько, нормально. Денежка. Ой, ты куда? Ну ладно, уже поздно. Вот такие вот дорогие деньги оказались. Так, ну здесь что? Кстати, мы подходим типа к городу, ко второму. Что здесь надо, я вообще понятия не имею. Так, у нас здесь еще трупешник. Пустой. Ладно, не будем загружаться.
Все надо сохраниться, прежде чем загружаться. Но как было, так было. Она все равно нужна. Ладно. Она пригодится нам. Ну, возможно, замок можно будет как-то пробить. Вот здесь я сохранюсь, так уж и быть. То есть, ладно, что-то я совсем расслабился, типа, со своими вот этими. Хочу сохранюсь, хочу не сохранюсь. Надо как-то логично действовать. Копай. Раз, два, взяли, покопали. Так. Сюда им бегишь. Логично, что-то откопало уже что-то. Генриетта, наша дорогая Генриетта. Ну ты можешь, в принципе, соточку змея отоварить, или не можешь? Нет, не можешь, ничего нет такого. Чем бы их можно было отоварить? Только с сопоставимыми войсками, если. 11, ну давай, все равно бегаешь. Вот, и как раз на разгон попадаешь. Ну, отлично. Отлично, ну отлично. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. 4600. Ну, у нас деньги. Типа есть. 34, хорошо. Пока на разгоне. Все. Нормальный ход, в принципе. В принципе. Мне кажется, там слабенькие уже герои. Ну, хотя не факт, там же целый, вообще-то целый этот был. Целый город, да, слабенький, блин. Называется слабенькие. Все они еще объединятся. Плюс всех шахт и их. Так, этот не может сюда попасть, потому что у него не его страж, во-первых. Но. Эх. Тилос. Ну не Тилос. А Элмор. Ренгли. Да, переименовали вас, конечно, знатно. Элмора я запомнил, потому что я все время его Эморем называл. Ну, как бы, как море и как Эмо, потому что у него смоки айс. Такой он, конечно, пират. Рок-звезда. Это лицо. Так, ладно. Предположим. Эх, чувствую подвох. Но пока не знаю где, потому что мы же все так. Ну, мы так много чего делали, вроде полезному, и что в результате это ничего не стоит и не значит. Я в это не верю. Так, Нагиш, с тебя вообще всегда мы начинаем. Ну, Блэс ты уже выучил, да, так? Так, мы сохранились. Что там дают? Защита от земли. А, к сожалению, ты не можешь, потому что ты у нас слабенький. Мудрости тебе не хватает. Вот, это уж приятно. А, и корабль мы можем забрать. Ну, после ящика. Так, ты у нас переходишь. Просто собираешь. Да может я здесь оставить, хотя нет. Уже. Типа, передаешь. И все, мы забываем про этот остров, получается. Кстати, Нагишом можем и проверить. А, мы не забываем про этот остров. Мы сейчас сюда, на этот остров, как раз таки, берем вот это и, наверное, через всех вот этих вот передаем. Да. Так, основные герои остались при этом всем.
Ну ты разогналась опять, да? Куда только ты разогналась? Сейчас неделя уже будет. Новая. Да, жаль, конечно, с одной стороны, скелетов нет. Не, ну сотню мы уже никак не опрокинем. Никакими волнами смерти. Неделя. Что тогда можно предложить тобой? Ох, а, у тебя ноги, да? У тебя же ноги, точно, точно, хорошо. Плюс 5. Ну, тогда ты стоишь. Тогда ты просто стоишь, к сожалению. Или к счастью. Или не стоишь. Да что тобой делать-то, а? Так вот мы долго экономили ходы, что теперь их некуда тратить. Придется ей 2 дня постоять все-таки. Ладно. Или пусть сама полезное что-нибудь сделает. А полезного здесь уже ничего не сделать. Да, полезного здесь ничего не сделать. Не, ну есть кое-что. Ладно, предположим. Нет, это бесполезно. Зря я туда пошел. Тогда мы ноги. Типа, стартанул неправильно. Тогда надо было ноги Ризе отдать. Ой, не Ризе, а Енове. Енова встает. Ну туда, да. А ты бежишь как раз, чтобы туда уже больше не возвращаться. Вот, Енову сразу же направляем. Да, но она и так шла сюда. Ну, она, конечно, шла передать, но не суть. Так, Каненда опять. Ох, ну, как-то ладно. Давай еще раз сохранимся. Плотные ребята, конечно. Ребят, подождите пока что, во-первых. Ну, все по той же стратегии. Они лучше подойдут, а мы потом 1000 в них направим. Ждешь, перекрываешь. А, они толстожопые. Толстожопые, значит, можно без лишних манипуляций. То есть здесь мы закрываем. Нет, закрываем. Ладно, завтра закроем как раз. Получается, то ты встаешь сюда. Ты стреляешь. 4, ничего себе. Так, опускаешь. Катли, в принципе, успеет вернуться. Вот, а, да. Успели они вернуться, отлично. Начало нового хода. Ну, придется всех что, лечить тогда? Рано, ну ладно, он оттягивает, эти все равно не подойдут. Ну, давай на лечение. Подождем на лечение. Все равно не доходит. Хотя это и земля. А, да, боевой дух никто не отменял. Морали нету, но боевой дух никто не отменял. Давай, ладно. А, он все равно должен. И опять окаменил. Он как знал, что он сможет окаменить. Ну, шали. Чё? Не, ребят, вы офигели. Вы как-то реально офигели. Плотно надо было щиточек-то оставить. Ладно. Взяли, разбили. Импортную вещь. Все равно сюда. Ладно, сразу же мы прокинем. Чтобы не было соблазнов, у нас тоже. Ждешь, ждешь, идешь. Сломать-то всегда проще. А вы попробуйте потом. Починить, купить. Что-то в этом роде. Так, встали. Пропустили. Закрыли. Чекуем все это дело.
ждем. Пусть ждем. Так. Ждем, конечно же, тоже ждем. Как ландшафт сработал. Ловит? Не, ну так нечестно уже. Ну ладно, пока нормально. Нет, не нормально уже. Понял. Ну, сволочь, а. Ну что, придется в атаку идти. На будущее. Ждем. Ну не окаменел, это хорошо. Ну-ка, ты еще давай. Ты не смог? Еще пробить. 57. Ответочка была, в принципе, слабенькая. Не, ну еще как, но как мы можем сделать? Можем здесь выбить и здесь выбить. Тоже такое приличное количество. Но 29, тогда ребят будут маячить все время здесь. Поэтому. Ну, давай ты подождешь, ответочку отдашь, если не окаменеешь к тому моменту. Единственное, что закрываешь тогда, предположим, ты ждешь, прям хоть иди в рукопашку, ну нет, вы ждете, это небезопасно, да ладно, ждем, смотрим, как оно будет по факту. О, хорош, вот, тоже хорошо, ну-ка, главное, чтобы не весь это, боевой дух, если сработает, то, конечно, минус. Но он не сработал. Ха. Ну хорошо, хорошо. Так, а там мы что, сами можем подойти и жахнуть. Мы не гордые. Не, подожди. А, ты не можешь ждать. Ну, вот. Правильно сделал. Отлично. Можно поднять, в принципе. Ну, вместо лечения. Здесь выбиваем их всех разом. Нет. Здоровье позволяет, ладно. Минус. Ждешь. Ну, надо пнуть, я думаю. Я считаю, надо его пнуть. И еще раз пнуть. И застрелить. Все. И маны сэкономили, в принципе. Ну вот так вот, да. Все. Ход завершен. Ну, страшно, конечно. Но они в то же время только плавать могут туда-сюда. Мы им уже обеспечили такую, как бы, возможность в кавычках плавать туда-сюда. Не, хорошая проходочка, хорошая. Вот если бы я раньше знал про этих, про змеев, то здесь вообще было бы что-то с чем-то явно. Так. А, ну и стой тут, чё, какая разница. Так, ты у нас сразу в город идешь, хотя до тебя мы не так и так добрались бы. Все, чтобы без рисков. И чтобы наверняка на 5 единичек у нас было больше. Вопрос с тобой еще. Вопрос с тобой был только что решен. Да, духи. А что у нас там, уже защита, что ли, в тот раз выпала, или что? Нет, атака. Атаки стало больше в этот раз у нас.
все равно не используешь ману. Может, скелету удастся спасти? Нет, не повезло. Ну, придется его скушать. Как на одном скелете мы на костном мозге разжились. Ну вот, хорош. И опять один скелет. Ой, несчастный скелет. Ладно. Мы зато можем запарковаться. Запарковаться нам, конечно, лучше на дальнюю. Хотя нет, а возвращаться... Ну, то на ближнюю, ладно, какая разница. Типа, и так день пропускается. Вот, мы дошли, наконец-то, до фестиваля жизни. 120, да, надо. Требуется... Да, давай, да, держи. Держите существ. Мы угоняем лодку. Ай, мы не угоняем руду. Блин. Угнали. Угнали лодку, называется. Так, ты стоишь, ждешь. Вайнона пока что. Так. Так. А, бой надо провести, блин. Ну ладно уж, что уж поделать. Давай в эту сторону пойдем. Может, тогда они пощадят скелетов. Ну да, их интересы явно поменялись. А вы там стрелку друг друга забейте. О, нормально, нормально. Все, скелет спасен, как я понимаю, да? Все равно они хотят его долбануть. Так, просто встал, это гениально. Многострадальный скелет. Такое ощущение, как будто он одного и того же все время поднимает. Он такой, о, чё, я опять жив? Меня опять... Сколько раз его уже поднимали? Раз в шесть, меньше. Ой, скелеты, скелеты. Так, здесь мы не угнали, да? Не угнали. Ресурсов. Все, да, здесь больше нигде нет. Да, нигде у нас... Можно было, ну ладно, можно было бы где-то раскидать по этим гнолов. Здесь можно 32 василиска взять разом, в принципе, за десятку. У нас есть деньги, почему бы не взять? Любая армия будет хороша, и главное, что она никому другому не перейдет. Атакуем, выигрываем. Так, время-то уже нормально так прошло. С таким сейчас фейспалмом он падает. Да ладно, ты такой сильный. Василиски против василисков, это что-то новое. 4500 денежки. Ну, надо брать, конечно, и могучих горгон тоже в оборот. Как бы. Ну, посмотрим. Неизвестность некоторая. Все-таки они могучие. Так, пусть подождут. А, здесь нам дерево мешает, да? Но они толстожопые. Так, оно нам даже помогает, а не мешает. Поэтому нам вот этих надо бы сюда вот спустить было бы. Так, расстановочка. Расстановочка затащит. Ой. Ой, 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 не то сделал. Вот так. Окей. Ну, раз мы уже взялись с тобой на попечительство еще и... То их надо тоже спасать. Ребят, стойте. Вы и так там тормозные, конечно. Так, закрываемся.
Ну, получается, да, сразу закрываемся, типа. Да. Подожди пока что. Подожди. А, не обходит, жаль. Недоход вовнутрь. Ждем, пусть подходит. Ну, сейчас мы их всех... А, да? Сказал я, сейчас мы их всех спасем. Можно через рукопашку пройти, было бы. Давай через рукопашку пройдем. Потом подлечим, если что. Ой, неправильно стоим, все равно неправильно будем стоять. Ой, ничего себе, он наносит урона. Ой, не-не-не, мы их не можем вообще даже вытащить. Даже при всем желании. Если только на лечении, на жестком. Ну, можем попробовать на жестком лечении. Только надо вот как-то вот расставиться здесь, определиться. С тем, кто как будет стоять. Я думаю, девчонок сюда. Да, сразу, чтобы они там уже стояли в углу. Ну, типа, надо смотреть. Хотя даже не в углу, а вот так. Нет. Нет, подожди. Вот этих сюда. Да. Ну да. Ближе будет. Может так, подожди. Или так было? Сейчас, секунду. Не, так было. Так сделано, точно. Все. Последний бой, я думаю, на сегодня. Ну, до замка дойдем, конечно, посмотрим, что там хотят. Ну, последний, потому что мы еще неизвестно, сколько будем долбить их. Ну, минут. В лучшем случае 10. Сразу прячетесь. А, да, сразу замедлить. Здесь тогда... Подожди. Подожди. Тоже он не заходит. Дерево все нам немножко... как-то назвать. Стопорит все это дело. Не, ну по факту нет, наоборот даже. Нет, ну как наоборот. Ничего не наоборот. Нам надо закрыться здесь. А, ну мы закрываемся здесь, нормально. Когда просто тобой надо сдвинуться, ты не участвуешь. А, ну там мы закрываем здесь. Плохо сделали. Так, да ладно, поменяем местами. Временно. Уже неправильно встал. Эти вполне могли бы там оставаться, где стояли, да. Неправильно встали. Сейчас. Просто надо поменять их будет местами. Вот где тактика рулит. Ну, я имею в виду, под тактикой я подразумеваю... А, да, и у него скорость выше, точно. Под тактикой подразумеваем, конечно же, единственное, что вот эти все расстановочки до боя можно сделать, причем без потери хода. Вот. Да, теперь все ровно. Четко. Так, подожди. А, ну ты дальше все равно не проходишь. Ну не суть, ладно. Ты пропускаешь, не участвуешь. Ты даже можешь выстрелить попозже. Так, поближе будь. Все равно первый ходишь. Во, минус одна могучая горгона, уже хорошо. Закрываемся. Не, дерево в тему. Защищаемся. Колодец здесь есть рядом, так что нормально. А, да. Ну, придется тогда вот так ставиться. Пропускаешь. С прямой. Три, уже лучше. Уже три. Так, здесь закрываемся. Все, если что... А, не, надо было сюда встать. Если что, мы могли бы вот так убить. Ладно. Не, ну уже поздно. Ну, предположим. Хорошо. Так, ты пока пропускаешь, ты можешь подлететь.
Посмотрим, кстати, ну-ка. Ну, плохо дело, да. Минус одна, это уже нехорошо, мы могли бы этого и не терять. Так, неправильно встал. Чуть-чуть неправильно встал, опять же. Пожадничал местом, которое нам дерево, в принципе, обеспечивает такую возможность вполне. Так, да. Привет. Так, заходишь. Даже вот так заходишь, потому что... Чтобы на будущее контур этот иметь... Ты пропускаешь, в принципе, неважно. Ждешь. Вы сюда летите. И нормально. Так, коровка раз. Закрылись. Защитились. Подождали. Ай. Минус. Минус. В поведении образовался у нас минус. Неправильно. Так, нельзя, да? Ладно, сюда отойди. Коровы. Хотя коровы не могли бы все равно подойти. Они бы здесь не пролезли. Ход теряем, конечно. Ну ладно. Пускай. Ну, наверное, придется тебя лечить сейчас. Хотя. Ну ладно. Они следующие уходят. У тебя право на бессмертие. Пускай ждешь. Ай, блин, опять я не там это сделал. Надо было здесь это делать. Все время я же жду. Ладно, ждем. Пропускаешь уже, тем более. Ну, все равно ждешь. Ты вот не ждешь. Хотя можно было и там не ждать. Не, вот этих коров много, и походу они, да, они принесут катлям проблем. Вот. 125, 153. Ну, опять же, благо мы к ним не подходим. Вот сейчас надо было это бессмертие делать. Хотя, пока он дойдет, там, можем 10 коров попробовать сожрать. Вообще на изи. Но ты пропускаешь. И в то же время ждешь. А мы здесь делаем лечение. Побырько. 190 все-таки. Ждешь. Давай попробуем тебя отманить. Так, раз, два, три, четыре. Ну, предположим. Ждешь, все равно тебе нечего тут делать больше. Кроме как ждать. А, вернее. Так, так у нас никак здесь, никак. Геометрия у нас не проходит. Ну, ждешь. Ты тоже ждешь. Чуть-чуть мы... Ах, я понял. Ну, тебе не повезло, не повезло, согласен. Тогда. В принципе, можно нанести первый удар свой. Первым имеется в виду. 27. Ну давай, ладно. Посмотрим, как это будет. Будет это больно, я вижу. Но зато сохранились. А ты можешь просто убежать. Коровы там не пролезут. Или пролезут. Ну, короче, ладно. Будем исходить из того, что имеем. 17. Травили, 3 осталось. Так, сработало. Хорошо. Далее. Ну, наверное, лечение придется нам установить. Сразу корову-то вынесем. Куатль подождет. Ты просто здесь где-нибудь встань. Можем сами подойти, поскольку ты полностью здоров, можем сами подойти и обеспечить ему
перелом рога. Опа, и закрыли его заодно. Отлично. А теперь, не подходя, прожжем. Пошел на это. Ну, в принципе, все, он закончился, получается. Три осталось, да? Хорошо. В принципе, даже очень замечательно. Так, сколько нам сюда? Нормально, в принципе, для наших дел. Да, всех не прожигает? А, не прожигает в этот раз. Да ну, опять ловушку вставил себя. Ну вот я вот не зря сохранился, не зря. Не зря, как чувствовал, что могут быть некоторые проблемки. Думать, потому что надо лучше. Сколько раз я... Ой, ну ладно, зато с неудачкой. Смотри-ка, даже не поцарапал. 4500, отлично, денежку мы прямо овладеваем денежкой плавно. Так, завтрашнего дня ждешь. Ты молодец. Копатель года. Ну как бы некромант. Подходящее. Все, так, все стоят, все. А, ты просто, да, пока что ждешь. Ладно. Ладно. Третий месяц. Мы дошли до третьего месяца. Однако. Они прям не знают, что делать, походу. Мне это нравится, что они не знают, что делать. У них, в принципе, этот есть. Подожди, какой Бертрам? У нас третий месяц, это уже мы... Это уже достижение. Я даже думаю, что нам пора бы сохраниться. Ну, смотрим, короче, что надо за замок, и потом я, короче, уже выхожу и думаем уже в дальнейшем, что мы вообще будем делать с этими замками. Я думаю, мы его забираем, конечно же. Местный страж пропускает только тех, у кого зеленый флаг. Ну, то бишь, ну да, все. Вот. Ну и тут как бы раскидать Edgewater. С одной стороны, можно было раньше сюда прийти, с другой стороны, вроде как достаточно вовремя мы сюда пришли. Достаточно очень, кстати, не то чтобы достаточно очень, а очень безопасное место. Давай посмотрим, что здесь надо. На изи. Ну, короче, как бы, да, все круто. Здесь никаких водоворотов нет, никто отсюда к нам не прибежит. Да вообще никто к нам сюда, отсюда не прибежит. Или здесь можно пробежать? Нет, здесь нельзя, тут, да, куст прям стоит. Что-то я просто как-то посмотрел. Ну, это в одну сторону, а на самом деле вот еще толпа тут образовалась. Драконов, мы нашли драконов черных. Хотя есть, конечно, монолит входа, но это монолит входа, значит, к нам сюда-сюда никто не пройдет. Но это то самое место, о котором рассказывал, собственно, Тламак, вот. Так что да. Безопасный замок. Достаточно. Кстати, чтобы к нему пройти... Нет, чтобы к нему пройти надо... Ну, да, долго к нему пройти надо. Могли раньше его взять, вполне. То есть, если мы не пошли вот сюда, а пошли вниз, то да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ладно, очень интересно. Все, мы сохранились, выходим. Все, до новых встреч. Всем спасибо. Я думаю, будет вообще интересно, еще более. Даже не думаю, я уверен в этом. Пока.